А потом... Нет, не хочу рассказывать. Нет, не надо, не надо, не буду. Чё вы смотрите? Чё вы все смотрите? Я виновата, что ли, в чем? Я вообще этого не хотела. Просто потом я пришла, и мне сказали, а Валеры нет. Дядька в коридоре подошел и сказал, и в кабинет не дал зайти даже. Ну, я такая, ладно, ушла. На следующий день прихожу, а дядька этот мне опять, а Валеры нет. И потом тоже. И главное, зайти не дает. За руку берет и вежливо так выпроваживает на улицу. Не, не по-хамски, конечно, базару ноль. Но зайти-то не дает. А я все приходила, приходила. Мне сказали, что он здесь больше не работает, что приходить не надо. Но мне плевать было, я это чувствовала, что он там. Я вот здесь чувствовала, сердцем, легким и всем. Я по городу стала ходить одна, думала, пусть меня убьют сейчас, пусть маньяк какой-нибудь подкрадется и задушит меня, пусть меня машина собьет. Один раз даже ночевать не пришла, забилась на какую-то скамейку и сидела там полночи. А потом его увидела, с ней, сука этой. Меня зовут Ярослава, я приехала из России, из города Екатеринбурга, это на Урале. Я драматург, я пишу пьесы, работаю в театре. Мои пьесы идут во многих театрах России и немного за рубежом. Ну, мне кажется, что 200 лет назад Пушкин сказал, что поэт в России больше, чем поэт, и это так и есть сейчас. На самом деле, мне кажется, что в России всегда писатель, поэт, человек слова, он нес для людей очень большую смысловую нагрузку, он выступал как символ, как знак поколения. И в России, если ты хочешь, если ты настоящий писатель, ты хочешь писать, ты хочешь быть писателем, ты должен быть готов пожертвовать, расплатиться за это своей жизнью. И так случалось много раз, когда люди за свой дар говорить правду, писать, отдавали свою жизнь, потому что огромное количество писателей были убиты в лагерях в сталинских, огромное количество писателей закрывали в психушке уже в более позднее время. И, в общем, надо сказать, что жизнь писателя никогда не была легкой. Вот, поэтому... Но за это, мне кажется... В России писателей как-то так повелось традиционно, что писатель несет на себе такой орел мученичества, потому что это человек, который не боится говорить правду, как сказал, например, Осип Мандельштам, который написал стихотворение «Мы живем под собою, не чуя страны», и посвятил его Сталину. Единственный человек, который не побоялся сказать Сталину в лицо правду. И... зная, наверное, что он погибнет после того, как он это написал. Но он чувствовал, что он должен это сделать. Он герой своего поколения. И, в общем, в России писатели — это всегда герои своего поколения. И даже сейчас, например, писатель Людмила Улицкая сейчас является, ну, неким знаменем русской интеллигенции, русского либерального сообщества. Вот, поэтому можно, мне кажется, что это как раз хорошо, потому что ты участвуешь, твоя жизнь очень осмысленна, и ты все время ты чувствуешь себя частью истории, когда ты решаешь стать писателем в тот момент, наверное. Ну, это как-то сложнее происходит. Ну, мне кажется, что это же и самое страшное, потому что тебе все время приходится ходить по краю, быть на волоске от чего-то. Это очень сложный вопрос, потому что, ну, не объяснить, наверное, за такой короткий промежуток времени. Мне кажется... что в России, как сказал Достоевский, широк русский человек, надо бы сузить. Вот, что в России все немножечко через край, что если революция, то весь мир вздрогнет от этой революции. Если война, то это страшная война. Если мы великие, то великие, но при этом все очень...
всего очень много, все через край, и все очень драматично. Наверное, Станиславский бы не поверил. Поэтому, мне кажется, это наша немного беда, но, с другой стороны, ровно то же самое. Мне это и нравится в России, что, мне кажется, что русские очень искренние, очень темпераментные люди, очень страстные. Но иногда именно от этого и устаешь. И думаешь, широк русский человек, надо бы сузить. Я не знаю, наверное, все начинается с какой-то идеи, но даже бывает так, что все начинается с какого-то подслушанного разговора или отрывка. Бывает так, что ты стоишь на остановке и видишь людей, например, маму и дочь, и мама говорит что-то своей подросшей дочери, и ты понимаешь все про них, вообще все, и тебе становится их так жалко, и ты едешь домой, и ты уже придумываешь свою историю, вот, на основе вот этой сценки, ты уже придумываешь, какая жизнь у дочери, какая у матери, и из этого рождается пьеса. Но на самом деле, конечно, я очень много работаю в театре, и у меня очень много, ну, работы, так называемой, которую нужно брать и делать, и у меня не всегда есть настроение это писать, но это приходится делать, но... Для меня работа должна приносить удовольствие. Я должна, конечно, должен быть такой, присутствовать рок-н-ролл в работе, драйв, и тогда ты понимаешь, что это по-настоящему, это не зря. Мне сейчас кажется, ну, на фоне сегодняшних дискуссий в России, что на самом деле... Нет, писатель, я думаю, что писатель должен быть просто честным перед собой, честным самим собой, а дальше уже, если он честен сам собой, это и есть его долг, говорить так, как он думает, а дальше люди уже сами разберутся, потому что сейчас в России с этой темой очень много манипуляций происходит, то есть когда тебе говорят, ты писатель, и ты несешь ответственность перед нами, поэтому ты не должен писать о том, ты должен писать... как надо, как правильно, ты же должен воспитывать. Ты должен воспитывать новое юное поколение. А они не должны видеть грязи, они не должны... И огромный список того, чего они должны видеть, а чего они видеть не должны. И поэтому мне кажется, что это ну, опасное, да, суждение, потому что я думаю, что искусство никому ничего не должно. Искусство, оно самоценно само по себе. Мы не школа, мы не воспитатели. Искусство... Не, ну, оно, конечно, может нести в себе определенный воспитательный момент, но только по желанию автора. Мне кажется, что литературу поддерживать, безусловно, надо. Это очень нужно. Это нужно в первую очередь стране, которая решает поддержать литературу. Но есть такие, например, направления, например, детская литература. И мне кажется, что ей очень сложно выжить на самом деле без государственной поддержки. Потому что издатели мало интересуются новыми детскими произведениями. Многим проще в десятый раз перепечатать ту же «Мэри Поппинс» или «Алиса в стране чудес». И... мало конкурсов для авторов. Ну, то есть есть какая-то... Или, например, подростковая литература, которая, мне кажется, очень социально важна. И каждое поколение должны появляться книжки для подростков, ну, которые стали бы их настольными книгами. Это очень сложно сделать. С другой стороны, опять же, все упирается в вопрос, а если государство дает деньги, может ли оно диктовать, что тебе писать? И... например, наше государство утверждает, что может, но как раз мне это как раз кажется, что нет, что государство, безусловно, должно поддерживать культуру, потому что это очень важно, но вмешиваться в этот процесс оно не имеет права, а чаще всего получается, что оно все-таки вмешивается. Ну, огромное влияние на меня оказали на самом деле русские драматурги.
Я очень люблю Людмилу Петрушевскую. Мне кажется, что это живой классик, настоящий классик. Вот. И меня просто восхищает эта женщина. Я горжусь, что я дружу с ней на Фейсбуке. Вот. Мне очень нравятся советские драматурги, и они тоже оказали на меня свое влияние, такие как Вампилов, Володин. Мне нравится Довлатов. Мне кажется, что он тоже сыграл свою роль в моей жизни. Вот, если говорить о более классической литературе, ну, конечно, это великая русская литература, Толстой, Чехов. Я очень люблю Тургенева, например. Вот, если говорить о международной литературе, на меня в свое время большое влияние оказала драматург Теннесси Уильямс. И он очень изменил мой взгляд на драматургию и на литературу в целом. Я не знала, что о таком можно писать, и так можно писать. Конечно, я обрела здесь друзей, и это так чудесно, что у меня появились какие-то близкие мне люди в других странах, и я никогда бы... Я никогда не знала, что и не представляла, что на самом деле можно так тесно общаться с человеком, даже плохо зная язык, когда ты все равно понимаешь человека, потому что все мы в сущности очень похожи. Вот. Но также я работала, я закончила здесь детскую пьесу и начала сейчас писать комедию. Вот. Я не знаю, как другим, но мне лично очень смешно. И очень весело ее писать. Да, я очень благодарна людям, которые работают на этой резиденции, которые пригласили меня сюда, потому что действительно это был очень-очень интересный опыт в моей жизни. И Айова-Сити — невероятный город, что мне здесь безумно понравилось, что маленький город может быть умным, интеллигентным. Это, по сути, такой город будущего, когда люди... Когда это происходит именно не в большом, а в маленьком городе, но это город-университет, где каждый человек интересен, и ты абсолютно точно это знаешь. Я обрела здесь огромное количество интересных людей, ну, если не друзей, то хороших товарищей. В общем, я очень многое узнала и поняла об Америке, и уезжаю отсюда с совершенно другим представлением об этой стране. И эта поездка очень изменила меня, спасибо большое. Я очень хочу однажды вернуться сюда еще раз.